значит, это как... Если кашу масляной порки все-таки закон этот здесь действует, то тогда, да? Нет, ездим все. Звук, блядь, порядок. Сохнет, блядь, хороший. Лук? Ага. А так не надо масло, да, смелевать? Или масло тоже? Не ставит в эти дела? Ну как не ставит? Здесь как заебешь делать, выкинь. Масло собрать. А сколько времени вылег? 8 минут. Куда ты? Мелкий, блядь, такой. Сейчас ветер вышел. Продать можно, да? Продавать. И вот так лук продать надо. Не, лук у нас самих хорошо идет. Мы лук любим жрать. Иногда. Ну вот, в прошлом году. Сделаю этот. Кабачковый дом. Вечером этот. Да хуя я, не вечером, лук. Ну в прошлом году, блядь, да хуя это. Лук, 24 ведра было, блядь, думал, куда деть, блядь, а все ушло, блядь. Мы еще в магазине с мамкой купили, блядь. Если он там погреба нормально, а они должны напреть. Должен быть плотный. Вот.
А если мне вот сразу с весны, блядь, с осени, он Андрей или кому, блядь? Да. И есть только а кизель что это, блядь? Купи, купи. А потом, блядь, снимай нахуй. Операцию сделал, кто будет кормить? И, блядь, на ты. Кого, бать? Свинью. Я следую за это есть, блядь, индюков нахуй. Ты же буду, блядь. Давайте дальше. Не умирать не собираюсь, но... А срок в июле бы было бы срок. Если вот этот дегустер стал бы, я бы еще бесплатный вот дал бы когда-то на консультацию ехать. В июле там очередь закрыт. Через год. Ну вот, следующий июль. Какой июль-то? Сейчас август. Через год, на следующий год. На следующий год, в июне. Только дегустацию если сделать. А потом тоже тебе когда очередь придадут. Так, батя, сюда мы шайбочки какие-нибудь найдем? Угу. Полгода это хуйня. Главное, чтобы не найдем. Ну, сейчас она лекарство, говорит, капает, у меня так не болит. Надя говорит, не сделала, но два года сразу. Нормально. Но нельзя не работать, не наклоняться. Но я год нельзя. Да. Вот так нельзя, говорит, вообще. Ты же видишь, смотри, нельзя. Вот это делай. Блин, еще вы это думаете. Это ты. Вчера пошел в магазин, и там нет. Тумаков, ёлка, он с тобой тут? Ну. Я его, блядь, с тобой. Знаю, блядь, в голове. Блядь, здоров, блин, блядь. Он тебе. Да? Да. Я говорю, какой... А кто тебя, говорит, назвал? Я говорю, блядь, Москва, ёбаный, говорю. Ёлка, блядь. Петруша. Петруша. А это Петруша, маленькая посол хорошую ветку купляет. Петруша, айда. Пусть сразу. Маленький спрашивает, и она говорит, вон на той полке. Я говорю, не вижу. Петруша, а ты, говорит, один глаз закрой. Я говорю, он у меня и так один закрыт. Петруша, айда. Айда, быстрее. Держать его. Айда. Петруша. А я что, здесь я не могу? А? Здесь я не могу. Здесь друзья будут, блядь, на лет. Ну что я сделал? Пусти у меня, блядь. А сокол, блядь, ну, полный лет. Куда я сплачу? Куда тебе? А еще, блядь, это? Помазать пасту, блядь, делать, блядь. Лезьте делать мне. А если с кабачками, ты с кабачками сделаешь, что ли? Я на морковку и лук. Морковку, лук и кабачки. Ну? Жарить надо. Я знаю. Отдельно все. А после весь этот пропускать. Когда она миксит, то или че. Чтобы получилось это как паста. И думаю.
Шубка от кухни была выгодна. А я отпусти. Найти, что ли, шайбу? Шайбу. Что шайбу? Или ты нашел уже? Говорю, шайбу тебе. Так, как они были-то? Шайбу все это сверху же, по-моему, да? Шайбу сверху. Ага, ага, ага. Помогать? Ну да, наверное, сейчас крест-накрест. Нам отсюда начинать-то? Да. Здесь вот эти два, две шайбы, Вовка. Вот эти сначала большие ставь, вот. Вон там у тебя внизу. Да. Куда? Вот сюда, вот сюда он стоит? Да. Вот здесь он был. Только наживлять будем? А? Наживлять только? Да вообще надо сначала наживить-то. А потом уже протянуть. Да? Валек? Валин, ты ушел. Давай, чтоб тебе скучно не было, ты занимайся. Вот это наживишь, да? Ага. Вот это съездим только. Когда? Шунтово. Да нет, Шунтово. Хуже сегодня. Тоже на Шунтово надо, блядь. А? Тоже на Шунтово этот плиточный клей. Плитку надо хотя бы положить, блядь, тоже. Чего не буду, блядь, сделать? А не вот твоим, блядь, мотоблоком так. Ну, мотоблок здесь вот эту хуйню только собрать. А потом она легче будет. Этот мотор-то хуйня, 4 болта только. Да? Ой, знаешь.